Ром. Боже, милостив будь мне грешному. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного, помилуй. Достойно есть всякого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую, воистину Серафим, без исцеления Бога Слова, рожившую и сущую, Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскрес из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери, силы честного животворящего Креста, святых ангелов наших хранителей и всех ради святых, помилуй и спаси нас, яко благости человека любец. Аминь. Боже, милостью будь мне грешному, создав имя, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного, помилуй. За молитву святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Царю Небесный, утешителю души истинной, и же везде сы, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю, прийди и вселись овны, и очистены от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Псалтырное чтение и далее. Девяносто первый псалом. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи, на десятиструнно и псалтыри, с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Как велики дела Твои, Господи, дивно глубоки помышления Твои. Человек несмысленный не знает, и невежда не разумеет того, тогда как нечестивы возникают, как трава, и делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть навеки. Ты, Господи, высок вовеки, ибо вот враги Твои, Господи, вот враги Твои гибнут, и рассыпаются все делающие беззаконие. А мой рог Ты возносишь, как рог единорога, и я умощен свежим илеем. И око мое смотрит на врагов моих, и уши мои слышат о восстающих на меня злодеях. Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя,
и нет неправды в нем. Господь царствует, Он облечен величием, облечен Господь могуществом и припоясан, потому вселенная тверда не подвигнется. Престол Твой утвержден искренне, Ты от века. Возвышает реки Господи, возвышает реки голос Свой, возвышает реки волны Свои. Но паче шуму вод многих, сильных волн морских, силен Вышний Господь. Откровения Твои, несомненно, верны. Дому Твоему, Господи, принадлежит святость на долгие дни. Божие общение, Господи, Божие общение, яви себя. Восстань, судья земли, воздай возмездие гордым. Доколе, Господи, нечестивые, доколе нечестивые торжествовать будут. Они изрыгают дерзкие речи, величаются вседелающие беззакония. Попирает народ Твой, Господи, угнетает наследие Твое. Вдову и пришельца убивают, и сирот умершляет. И говорят, не увидит Господь, и не узнает Бог Яковлев. Образумьтесь, бессмысленные люди, когда вы будете умны невежды. Насадивший ухо не услышит ли, и образовавший глаз не увидит ли? Вразумляющий народы неужели не обличит? Тот, кто учит человека разумению. Господь знает мысли человеческие, что они суетны. Блажен человек, которого вразумляешь ты, Господи, и наставляешь законом Твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни, доколе нечестивому вырвется яма. Ибо не отринет Господь народа своего и не оставит наследия своего. Ибо суд возвратится к правде, и за ним последуют все правые сердца. Кто восстанет за меня против злодеев? Кто восстанет за меня против делающих беззаконие? Если бы не Господь был мне помощником, вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания. Когда я говорил, колеблется нога моя, милость Твоя, Господи, поддерживала меня. При умножении скорбей моих в сердце моем утешение Твое услаждает душу мою. Станет ли близ Тебя седалище губителей, умышляющих насилие вопреки закону? Толпой устремляются они на души праведника и осуждают кровь неповинную. Но Господь – защита моя, и Бог мой – твердыня убежища моего. И обратит на них беззаконие их, и злодейство их истребит их Господь Бог наш. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! И ныне и присно, и во веки веков. Аминь! Помилуй нас, Господи! Помилуй нас, не находя себе истинного оправдания, мы грешные приносим Тебе, наш Владыка, эту молитву. Помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи, помилуй нас, ибо мы на Тебя надеемся. Не прогневайся на нас сильно и не вспоминай беззаконий наших. Но призри и ныне, как милосердный, и избавь нас от врагов наших. Ибо Ты Бог наш, и мы люди Твои. Все мы дело рук Твоих и имя Твое призываем, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Милосердие двери открой нам, благословенная Богородица, чтобы мы, надеющиеся на Тебя, не погибли, но избавились через Тебя от бед, ибо Ты – спасение рода христианского. Боже вечный и Царь всего созданного, сподоби меня дожить до этого часа. Прости мне грехи, которые я совершил в этот день делом, словом и помыслом. И очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой нечистоты, плотской и духовной. И дай мне, Господи, эту ночь проспать спокойно, чтобы встал с моего низменного ложа. Я во все дни жизни моей делу угодному, пресвятому имени Твоему. И побеждал нападающих на меня врагов плотских и бесплотных. И избавь меня, Господи, от искверняющих меня суетных мыслей и дурных желаний. Ибо Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа теперь всегда, веки вечные. Аминь. Аминь.
Вседержитель, Слово Отче, Иисусе Христе, будучи сам совершен, по великому милосердию Твоему, никогда не покидай меня, раба Твоего, но всегда пребывай во мне, Иисусе, добрый пастырь Твоих овец. Не предавай меня мятежному змею, и не оставь меня на волю сатаны, ибо во мне есть семя погибели. Ты, Господи Боже, которому поклоняется Царь Святой Иисусе Христе, сохрани меня во время сна немеркнувшим светом Святым Твоим Духом, которым Ты осветил Твоих учеников. Дай, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем. Просвети ум мой светом уразумения Святого Евангелия Твоего, душу любовью ко Христу Твоему, сердце чистотой Слова Твоего, тело мое Твоим страданием, чуждым страсти, мысль мою сохрани Твоим смирением. И подними меня в надлежащее время на прославление Тебя, ибо Ты препрославлен вместе с неимеющим начала Отцом Твоим и Пресвятым Духом во веки. Аминь. Аминь. Господи, Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, умилосердись и помилуй меня, грешного раба Твоего. Отпусти и прости мне недостойно все, чем я согрешил перед Тобой сегодня, как человек, и более, не только как человек, но и хуже скота. И отпусти мне недостойно все мои грехи, вольные и невольные, сознательные и несознательные, совершенные с юности от злого коварства, с пыльчивости и беспечности. И если я именем Твоим клялся и похулил его в помышлении моем, или кого укорил, или оклеветал, или от чего-либо прогневался в гневе плоти, или опечалил, или солгал, или безвременно спал, или пришедшего ко мне нищего презрел, или опечалил брата моего, или возбуждал ссоры, или кого осудил, или развеличался, или возгордился, или разгневался, или во время молитвы ум мой стремился к лукавым мирским помыслам, или имел хитрые мысли, или обидался, или опивался, или без ума смеялся, или злое помыслил, или добро чужое увидев, уязвлен был сердцем, или непристойно говорил, или над грехом брата моего посмеялся, тогда как мои согрешения бесчисленны, или к молитве был нерадив, и все то, что сделал злого, и забыл, ибо беззаконие мои превосходят перечисленное, то помилуй меня, Творец мой и Владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и разреши, и освободи, и прости меня, как благий и человеколюбивый, чтобы я, блудный, грешный и несчастный, с миром лег, уснул и почил, поклонившись, воспев и прославь пречистое имя Твое, со Отцем и его единородным Сыном, теперь всегда и во веки. Аминь. Аминь. Что тебе принесу или что тебе воздам, великодаревитый, бессмертный царь, щедрый и человеколюбивый Господь, за то, что меня ленивого на твое служение и ничего доброго не сделавшего, ты довел до конца этого прошедшего дня, направляя к повиновению и спасению мою душу. Будь же милостив ко мне грешному, не имеющему никакого доброго дела. Восстанови мою падшую и осквернившуюся бесчисленными согрешениями душу, и отклони от меня земные греховные помышления. Ты один безгрешный. Прости мои согрешения, совершенные перед Тобою в этот день сознательно и несознательно, словом, делом и помышлением и всеми моими чувствами. Ты сам сохрани меня от всякого вражеского нападения, защищая Твоей божественной властью, неизреченным человеколюбием и силою. Боже, изгладь и прости множество моих грехов, умилосердись надо мною. Господи, освободи меня из сети дьявола, спаси мою страдающую душу и осияй меня светом лица Твоего, когда придешь во славе Твоей. А ныне дай мне уснуть сном неосужденным, и охрани помышления раба Твоего от мечтаний и смущения. Отгони от меня сатанинское действие, просвети мысленные очи моего сердца, чтобы не уснуть несмертным сном.
Пошли мне ангела мира, хранителя и наставника душе и телу моему, избавляющий меня от моих врагов, чтобы, встав с постели моей, я принес тебе благодарственные молитвы. О Господи, услышь меня, грешного и убогого раба твоего. Дай мне по пробуждению с чистой совестью поучаться закону твоему. Удали от меня через твоих ангелов бесовскую беспечность, чтобы благословлять твое святое имя и прославлять и хвалить пречистую Богородицу Марию, данную нам грешным защиту. Прими ее, молящийся за нас, ибо зная, что она, подражая твоему человеколюбию, не перестает молиться за нас. Ее ходатайством, знамением многочтимого креста и по молитвам всех твоих святых, сохрани мою убогую душу и Иисусе Христе Боже наш, ибо ты один свят и препрославлен во веки. Аминь. Аминь. Господи Боже наш, в чем согрешил я в этот день словом, делом и мыслью, прости мне, как благий и человеколюбивый. Даруй мне мирный сон, чуждый волнением страстей. Пошли ангела твоего хранителя, защищающего меня от всякого зла, ибо ты хранитель душ и тел наших, и мы воссылаем тебе славу, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь, всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Господи Боже наш, которому веруем и имя которого больше имени всякого призываем, даруй нам, отходящим ко сну, облегчение души и телу. Сохрани нас от всякого мечтания и от скверного сладострастия. Прекрати страстное желание, угаси пламень возбуждений. Даруй нам хранить целомудрие в словах и деле, чтобы, восприняв совершенную жизнь, не лишиться нам обещанных твоих благ, ибо ты благословен во веки. Аминь. Аминь. Господи, не лиши меня небесных твоих благ. Господи, избавь меня вечных мук. Господи, умом или помыслом, словом или делом согрешил, прости мне. Господи, избавь меня от всякого неведения, забвение, малодушие, окаменело нечувствие. Господи, избавь меня от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце, омраченное лукавыми страстями. Господи, я как человек согрешил, ты же как Бог щедрый, помилуй меня, видя немощь моей души. Господи, пошли благодать твою в помощь мне, да прославлю твое святое имя. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба твоего в книге жизни и даруй мне благую кончину. Господи Боже мой, если я ничего доброго не сделал перед тобою, но дай мне по твоей благодати положить доброе начало. Господи, окропи сердце мое росою твоей благодати. Господи неба и земли, вспомни меня грешного, гнусного и нечистого раба твоего в царстве твоем. Аминь. 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 Господи, прими меня кающегося. Господи, не оставь меня. Господи, не ввели меня в напасть. Господи, дай мне благую мысль. Господи, дай мне слезы, памятование о смерти и умиление. Господи, дай мне расположение к исповеданию грехов моих. Господи, дай мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дай мне терпение, великодушие и кротость. Господи, вкорени благой Твой страх в сердце мое. Господи, сподобь меня любить Тебя от всей души моей и помышления, и во всем исполнять волю Твою. Господи, защити меня от злых людей, бесов и страстей, и от всего вредного для меня. Господи, делай по Твоему созволению все, что Ты хочешь. Да будет воля Твоя и надо мной грешным, ибо Ты благословен во веки вечные. Аминь. Аминь. К Тебе, Пречистая Божия Матери, припадая, я несчастный молюсь. Ты знаешь, Царица, как я беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего. И хотя многократно каюсь, но лживым оказываюсь перед Богом моим, и вновь со страхом каюсь,
и тотчас опять то же делаю. Неужели Господь поразит меня? Знаю об этом, владычица моя, госпожа Богородица. Молюсь, чтобы помиловала и укрепила, и поучила меня делать доброе. Ибо знаешь, владычица, что я совершенно гнушаюсь злыми моими делами, и всем помышлением люблю закон Бога моего. Но не знаю, госпожа Пречистая, почему доброго не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Не допускай, Пречистая, исполниться моей злой воли, но пусть будет воля Сына Твоего и Бога моего, который меня спасет, вразумит и подаст благодать Святого Духа, чтобы я отныне перестал делать скверное и остальное время пожил бы по заповедям Сына Твоего, которому принадлежит всякая слава, честь и власть с обезначальным Его Отцом и Пресвятым, благим и дающим жизнь Его Духом, теперь, всегда и во веки вечные. Аминь. Аминь. Ангел Христов, святой мой хранитель и покровитель души и тела моего, прости мне все, в чем я согрешил сегодня, и избавь меня от всякой хитрости, идущего против меня врага, чтобы мне никаким грехом не прогневать Бога моего. Но молись за меня грешного и недостойного раба, чтобы представить меня достойным благости и милости Святейшей Троицы и Матери Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь. Аминь. Да воскреснет Бог, и да рассеются враги Его, и пусть бегут от лица Его все ненавидящие Его. Как исчезает дым, так пусть и они исчезнут, как таят воск от огня, так пусть и они погибнут при виде любящих Бога, осеняющих себя крестным знаменем, и с радостью говорящих: «Радуйся, многочтимый и животворящий крест Господень, прогоняющий бесов силой Господа нашего Иисуса Христа, распятого на тебе, сошедшего в ад и уничтожившего силу дьявола, и давшего нам тебе свой чтимый крест для прогнания всякого врага. О многочтимый и животворящий крест Господень, помогай мне со святой госпожой Девой Богородицей, со всеми святыми во веки. Аминь». Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Владимир, Никита, ибо мы усердно к вам прибегаем, скорым помощникам, молитвенникам о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с тобою, благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко родилась и Христа спаса, избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила честного же творящего Христа Господня, не оставя нас грешных, уповающих на Тебя. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа на сопротивное даруй, и Твое сохраняя крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного, родителей, сродников, благодетель, митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священная Ирея, Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амвросия, Вадима, Зосима, Алипия, Андрея, Владимира, Максима, диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора и весь священнический иноческий чин. И высшие истинные служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И дай нам еще священника, если угодно тебе. Смири власти воинств твоих, и через них сотвори, Господи, благое от церкви твоей, Владимира, Дмитрия, Александра, Донарда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Амана. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. Научи нас ценить это мирное время, и приготовь землю к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю Вселенную. И сохрани нас здесь, и селение наше, от пожара, воров и нечистой силы. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, честь и поклонение, слава и благодарение за все Твои милости и щедроты. Аллилуйя.
Нет иного Бога, кроме Тебя, Христе Боже наш. Слава Тебе за прошедший день. Сколько милости мы испытали от Тебя, дивный Создатель, хвала Тебе. Аллилуйя! Спаси нас, Господи, помилуй, спаси и защити от всякого греха и супостата. Сохрани нас здесь и селение наше от пожара, воров, нечистой силы, живущих там Виктора, Андрея, Игоря, Серафима, Алексея, Иосифа, Романа. И пришли добрых жителей христиан с детьми, и сохрани школу. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Чадок, Виктора, Сергея, Себастьяна, Людмилу, Нину, Левтину. Расширь пределы наших общин, найди новые души и всех побуди на благовестие. Спаси и помилуй Дмитрия, Марину, Чадок, Валентину, Алексея, Валентину, Надежду, Дмитрия, Олега, Алексея, Александра, Александра, Михаила, Нину. Анну, Юрия, Георгия и всех, с кем мы познакомились, кому возвестили слово истины Твоей. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Господи, возри на врагов, их угрозы, злодейские слова. Не помяни им в судный день их безумия. Но обрати нас так на пути истины, откроем ту бездну, в которую они толкают людей. Пробуди пасторство, дабы знали они Слово Твое живое и каноны Церкви. Аллилуйя! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог и Иегова, Авва, Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, аллилуйя. Слава Вышних Бога на земле, мир в человеках, благоволение. Господи, благодарю Тебя за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов, как на истину. Аллилуйя! Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Аллилуйя! Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешен, добрый мой ангел, сколько лет ты хранил и в этом дне. Прибудь с нами и в ночи, и сохрани от всякого рода зла, желающих сотворить нам пакости. Защити и помилуй наследие Твое, Христе Боже наш. Добрый мой ангел, сколько лет ты хранил, благодарю Тебя. Не покини в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. Проведи душу мою по мытарствам и введи ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креститель, предтеча Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание, одежду, быть благочестивым и довольным, и никогда не роптать, никому не завидовать. И каждому дары жилье и Сергею Гавриилу. Святитель Христов Никола, Мирликийский чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Молите Бога на святые пророки Божьи Гереси. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода этого нашего отшествия не застал нас не готовыми. Но чтобы вышли мы навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными елея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Слава Тебе, Господи, что позволил нам окончить этот труд. Посети болящих Сергея, Алексея, Александра, Паину, Игоря,
комару, холере, аферину. И всем, знаешь, Господи, пошли им исцеление, дай силы все перенести. Молите Бога на святые небесные силы, ангелы, архангелы, святые мученики, мученицы, святые отцы. Да сохранит нас Господь в святой православной вере, а замысел еретиков развей, ничто преврати. Господи, услыши молитву всех молящихся на нас. Прибуди с нами, Владыка, молите Бога на святые жены и девы, и около первомучениц Апатина, Самарянина и Феврония. Вера, надежда, любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина. Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила, Акила, Андроник, Июня, Киприяна, Устина. Да дарует Господь послушание и молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам, и сохрани их от всяческого поругания, и избави непокоривость Галины, семейства Евгений. Надежда, надежда, надежда. Мария, Раиса, Лариса, Марина, Юлия, Ирина. Благослови нас, Господи, в радости встретить Пасху Христову. Аллилуйя! И прими нашу молитву, воздеяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Господи. И соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся к Тебе на небе и на земле. Боже всемогущий, услыши молитвы всех, молящихся о нас, во благо нам. И прими нашу молитву, Владыка неба и земли, о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Господи, Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия и сребролюбия не дожми. Душа целомудрия, смиренномудрия, терпение любви, дар мне рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть моя прегрешение и не осуждайте брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Боже, очисти меня грешного. Боже, прости мои беззакония. Господи, прости мои грехи, сотворенные в ведении и неведении, в уме и в помышлении, во дни и в ночи, во всей жизни моей. Помилуй, пощади, изгладь мои грехи, омой кровью Твоей пречистой. Слава Тебе за голгофские страдания, за то избрание, которое совершил над нашими душами, открыл нам тайну Твою. Слава Тебе, Господи, за святую православную веру. Аллилуйя! Хвала Тебе, наш Господь! Господи, сохрани нас от всякого зла и в этой ночи. Будь с нами, Господи, не оставь нас, надеющихся на Тебя. Аллилуйя! Господи, Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия, сребролюбия, не дожми. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви, даруй мне рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть моя прегрешения и не осуждайте брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Аминь. Спокойной ночи. Но я тут хочу еще немного о молитве прочитать в конце, потому что у нас сегодня радостный день. Мы только-только закончили озвучивать Новый Завет, трехтомник. Повторяю, трехтомник, который у нас, он больше Нового Завета, который в Библии, в 7,37. То есть он у нас вместе взять больше Библии на миллион знаков. Это нам Господь помог одолеть это. Мы считали уже не один год, и медленно, да, еще и вставочки-то делали какие. Так, если хотит кто, то можете побыть. Сейчас мы откроем. У нас это все уже заготовлено.
Потому что здесь речь идет о войне. Когда и молиться-то человек не знает чего. Все уже. Еще слышали вы, что сказано древним? Не приступай к клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя. Ни головою твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Ян Златоуст так много говорит о клятве. Кто клянется, в храм не запущу. Вот как он смотрел на них. А сегодня клянись. Но да будет слово ваше. Да? Да. Нет? Нет. А что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано? Око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Это сегодня даже не знает, как это выполнить. Бывает ли где такое, чтобы нужно было выполнять. Жизнь подскажет, где эта обстановка бывает. Просящему тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших. Благословляйте проклинающих вас. Благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Матфея 5:34-48. Прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею, и никакой другой клятвою. Но будет у вас да, да, и нет, нет, дабы вам не подпасть осуждению. Иаков 5:12. Что означает да, да? То есть, если сказал да, держи свое слово. Выполни да. Если сказал нет, и ты знаешь правильно-то, не колеблись. Никогда не отрекайся от того, что Господь дал тебе. А я говорю вам, не клянись вовсе, никак. Клятва, присяга, возбраненная особенно на зло. Говорит Василий Великий, правила 10, 17 и 29. А что есть на земле большее зло, как убийство? Если просто убить, грех, отлучающий на 27 или на 20 лет от церкви, правило Григория Нисского, 5, то как убийство перестанет быть таковым, если тебя оденут в особую форму, прилепят сатанинский знак на лоб, страшную звезду, 3 Ездр 15, 13, 39, 44. Тогда иди, убивай, забыв Бога. Или надо просить благословения патриарха на убийство тех, кто не звал меня к себе в страну для наведения порядка, то есть беспорядка. По учению святого Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григория Богослова и других великих учителей православной церкви. Любая клятва абсолютно, категорически, в любом выражении навсегда запрещена Богом. И потому давать присягу, клятву совершенно запрещено по Евангелию и канонам церкви, по святым отцам. Святой Иоанн Златоуст говорит: «Клясься – дело дьявольское», том 1, страница 56. «Клясться не следует ни в правде, ни в неправде,
том 4, страница 126, том 1, страница 134, том 4, страница 831, том 2, страница 66, том 3, страница... Том 3, страница 2, 3, том 12, страница 726 и том 2, страница 175. Клятва, даже самое справедливое зло. Златоуст, том 2, страница 257. Воздержитесь от клятвы полезнее поста. Вообще страшно как. Том 2, страница 67. Привычка клясться не имеет никакого извинения. Том 2, страница 127-175. Я обещаю истребить ее, говорит Златоуст, в течение 10 дней. Том 2, страница 233. Не оставившим привычку клясться, Златоуст угрожает отлучением. Том 2, страница 235. Том 7, страница 501-132. Том 9, страница 94. Употребляющим клятву запрещаю переступать порог церковный. Том 9, страница 84, том 11, страница 20. Только ссылка на одного Златоуста частичная, ибо у него в сотни раз больше того мест абсолютно всякую клятву запрещающая уже занимает у нас страницу. И если все же дал ее... то в письменном виде откажись от нее, уверовав во Христа, приняв святое крещение, и все бывшее будет омыто кровью Христа. Иисус Навин, 2.17.9.20, 3 Царств, 8.21. Клятва и обман, убийство и воровство, и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием. Осия 4.2. Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего, и ложные клятвы не любите, ибо все это я ненавижу, говорит Господь. Захария 8.17, 1 Тимофея 1.10. Чтобы не быть клятвопреступником. А так как нет больше той любви, как отдать душу свою за друзей своих, Иоанна 15.13, то невозбранено и даже одобряется пойти и на поле брани, спасать раненых, выносить их, и ухаживать за ними. Это наш христианский долг. Спасать людей, свидетельство им о Спасителе, любя и врагов, особенно тех, кто мучил нас более всего, коммунисты или фашисты, демократы или иные идолопоклонники. Истинный христианин – это пацифист до смерти и космополит по земному, но патриот по небесному, готовый душу отдать за свой народ, лишь бы евангелизировать души людей, привести их в небесное отечество, где нет ни плача, ни стона, ни воздыхания, но где пребывает жизнь бесконечная. Сатана – это организатор и участник всех войн, призывает сегодня одних во главу угла своей жизни поставить борьбу за освобождение рабочего класса и крестьянства, а других – за свободное общество, за свободную экономику и так далее. И вот… кавычки открыты, ужасный шум, гром и землетрясение, и смятение на земле. И вот вышли два больших змея, готовые драться друг с другом. И велик был вой их, и по вою их, пропаганде, все народы приготовились к войне, Третья мировая, чтобы поразить народ праведных, и приготовились они, праведные, погибнуть за то, что не пошли служить в армии тех стран, и не дают клятву, и стали взывать Господу. Книга «Эспирь. Предисловие». На этом пока сегодня все. Прощаемся. Ну, не знаю, когда будет что еще или нет у нас здесь. Как скажет на завтра. Завтра среда у нас. У нас занятие завтра будет. Как раз 7:30 заканчивается. Так Сергей, если он не ушел, пускай скажет. Что, утром не будем молиться туда? Ну так привели людей кто-то или нет? Так и остались втроем. Я у, у меня в группе 4 человека новых присоединилось, но что-то программа там дает. Ну так тогда можно завтра помолиться, если люди есть. Мы же людям показываем, ну какой порядок, поклоны, все. Мы не против.
Тогда пускай все оповещают и трудятся, приглашают людей. Все пока на этом. С Богом. С Богом.